Представьте, что вы могли бы выбрать, слушать дальше меня или музыку. Вот было бы здорово так управлять судьбой, да? Baby gorilla, fuck around and catch a shell like armadillo. You soft as jello.
amaretto sour in my cup. The power up, we doing titty bumps. Shots of 151 rum, nose powder make the strippers come. Ho, white grams go for 60 bucks. Look, no more hunger pain. A nigga trying to eat like bodegas and delicatessens. Love killing backpackers with lack of direction. No one cares about your message, kicking knowledge from back to the essence. No more hunger pain. A nigga trying to eat like bodegas and delicatessens. Love killing backpackers with lack of direction. No one cares about your message, kicking knowledge from back to the essence. Want my money on the double, want my money on the double, want my money on the double, I don't come for play. Want my money on the double, want my money on the double, want my money on the double, I don't come for play. Want my money on the double, want my money on the double, want my money on the double, I don't come for play. Want my money on the double, want my money on the double, want my money on the double, I don't come for play. No more hunger pain, a nigga trying to eat.
Хорошо, твои как? Четко. Мне скучно. Что делаете? У тебя есть две попытки, чтобы угадать. Карлики не стоит? Блин, мимо. Ну, почти. Мы в очереди. Нам очень... Я кричать не буду. Нам очень не хватает хила. Извините, я не дома. Здесь лоб нет, вируса нет, ничего нет. Пора ДЦ кому-то делать, да? Да. А лучше вот прохопало. Вот прохопало, кстати. Слышно, да, да. У которого скоро будет второй спирт. Ему нужно хила сделать. Ведь меня сейчас мобы запинают. А чё, ПП в два мишки пойдем? Я не против. У вас ещё Денис будет, который будет душить просто все, что видит. Нужен будет только хил. Какая у тебя будет экипировка? В смысле? Завтра. В смысле? Тебя будут расстреливать. У тебя какая защита будет? Не знаю. А то вон у нас один... Скорее просто надежда. Сорванный спиной. И будет инвалид. Не хватало. Аккуратней. Не жалеете себя? Да вообще, дожили. Ты вообще как поднимала вот тот груз, коробку, посылку? Руками. С полукой, есть... чтобы другого не тащилось. Ну, присела такая, спиной вверх поднялась и несла, но надорвала живот. Еще вдобавок. Дай этому пати дерзкому. Эльдар Бродвей. Дерзкий. У меня болел дикий живот, и потом начала спина. И в итоге я не уверена, что я надорвала что-то одно. Мне кажется, живот нельзя надорвать. Или можно? А как грыжа образуется? Грыжа, грыжа, грыжа. Бля, и ни одного хила. Фу. А, точно, они же это. Ничего страшного, что вы 80-е все. Эрдружечки. 5 уровней, да? Арти, блин, зараза, еще бы не играл на X5 на босса. Ну. Коли пальчика бы еще какого-нибудь. Денис, ты слышишь? Кого-кого? Холипал нужен. А, холипал. Холипал. Я вредики похилю. Флешечками, да? Проходили, не надо. Все. Я обиделась. Да хорошо хилиться. Пару секунд. Зато спорт — это жизнь. Бегаешь по инсту потом сначала. Класс? Пока не регать, да? Да почему? Пускай это, в магазине мы чё регнем. Может, пройдем одно. Я просто не читаю чё-то там. Пытаюсь сосредоточиться. Хочу сказать.
Выбил, короче, шапку и грудак в вершине Утгард сегодня. Да, сейчас меня там бьют, я уезжаю от мобов. Ух ты, какой классный инст. Денис, у тебя опыт вообще с них падает? Пусть отстудят свой пыл. Не, ну смотри, нормально жопой танчи, а, всё. Короче, фастран. Нужно подойти поближе. Мне вот этот челик кидающийся не нравится. Сейчас бы сушеницы кинуть. Шаман какой-то имбовый вообще поманится. Может, тебя хилить почти не надо? Босса тогда сразу хоть. Прошу, не надо. А шаман, ты, кажись, без нитки. И лок тоже. Yeah.
Я успеваю только точку нажимать. И побить чуть-чуть. Потом оно заканчивается. Какой рейд без ДЦ и Холи Пала? Ну, без ДЦ ладно, вот без Холи Пала. Надо поспамить так, не знаю. Ты слышишь, когда кто-то находится, вот именно таким образом, прям приятно. Главное, что люди остались. Короче, мы с Денисом обсуждали, я тактики на все, что ниже целкашки, кроу, магика и кони, вообще не знаю, меня там... Я там была только овергиром. Uh-huh. Мне придется это все объяснять. Ну, типа, я не тупая, только если не орут. Если орут, то тупая. Вот. Ну, вы знаете, я не орущий человек. Ярости не то, что Каноп. Вы знаете, что такое Каноп? У Дениса наушники сели так, что с этим дам разговариваем. Я слышу, но у меня плохой микрофон. Ну, тебя слышно, да? Это нормальный микрофон. Плюс. Я ору. Я орущий человек. Да сейчас тебя убавим, не переживай. Ой, ты, наверное, говоришь про того чувачка, который там трек записал. Да, да, ну записал другой, а на треке вот именно Каноп. Понял. Ой, тебя же нет. Я не в курсе, о чем. А можно шутить, что это старые приколы? Это неизвестные приколы. А, все, все. Отмена. У меня же 60%. Оль, я скинул, можешь послушать. Да. Нужно подойти поближе. Ярости недостаточно. Не Да, привет. Сейчас посмотрим. Надо подождать. Я думаю, зайдет. Да. Солнце,
Привет, это самое сильное, что я слышала в своей жизни. Угу. Вообще из Геркуля, в принципе. Ну и здесь уже достаточно было. Фан. Мы на фане чисто на аренду ходили, а до этого пришли сюда. Да, по-моему.